Одна из проблем, которая сопровождает бас-гитаристов, я думаю, сегодня может быть решена. Самая большая проблема для того, чтобы репетировать дома, это то, что мы не можем без подключения на бас-гитаре достаточно правильно научиться извлекать звук. Так вот, на сегодняшний день эту проблему мы можем решить, имея дома вот такой вот небольшой комбо-усилитель фирмы Laney. 2 3-ваттных динамика дает нам возможность дома, в небольших помещениях, на работе, имея батарейки, можно даже с собой брать куда-то на отдых и заниматься на отдыхе совершенством своего звукоизвлечения. Итак, друзья бас-гитаристы, я вас поздравляю. Есть у вас возможность иметь маленький прикроватный комбо. Давайте послушаем, как он звучит. Примерно так мы можем заниматься дома и не догадываться, как может звучать бас-гитара через комбо-усилитель. На панели управления мы имеем кнопку включения, ручка гейн, чувствительность входящего сигнала, уровень входящего сигнала, ручка тона, ручка титул. Это все изменение частотных характеристик. Кнопка shape, это фильтр средних частот. Разъем для подключения MP3 плеера через разъем 3.5 стерео. LCI дает возможность нам подключить этот комбо-усилитель к приложению Tom Bridge от Ultimate Guitar и производить какие-то настройки внутри самого усилителя. Ну и общая громкость дает возможность нам делать тише, делать громче. И разъем для выхода на наушники.